Четвертая книга Моисея, числа, глава 9. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря, «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для них время. В 14-й день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время». По всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день и сказали ему те люди, «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей, «Постойте». Я послушаю, что повелит о вас Господь. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет дальней дороги, то и он должен совершить Пасху Господню. В 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками, и горькими травами пусть едят ее, и пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, истребится душа та из народа своего». Ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню, по уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершать ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над скинией, они по указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стоял облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или, если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скинию, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню по повелению Господню, данному через Моисея.